Здравствуйте, меня зовут Липунова Алина, мне 22 года, я являюсь студенткой Тверского государственного технического университета, учусь на 5-м курсе по специальности экономическая безопасность. У меня очень много увлечений, я несколько лет занималась танцами, рисованием и настольным теннисом. Также люблю читать, кататься на велосипеде и сноуборде. В университете я вступила в актив факультета и за это время успела поучаствовать в театре теней и даже научилась ходить на ходулях. На конкурс «Мисс Тверь» я пришла для того, чтобы узнать для себя что-то новое и познакомиться с интересными людьми.